Абсолютно универсальный, никакому дереву, вот, на это я вопрос отвечу с легкой душой. Ни одному дереву на планете побелка не нужна, потому что оно рассчитано только на свои силы. Даже когда мы переносим за 1000 километров с исторической родины, допустим, и там оказывается меньше солнца, а ведь мы же говорим всегда только о переезде на север. Никогда на юг. Вспомните, я не стал давать советы сочинцам. Знаете почему? А вы же сами догадались. А чем севернее, там солнце меньше. Чем севернее. Я только про север. 130 вебинаров про север. Ну, хоть раз сказал я, что надо использовать южные приемы. Нет. И вот оно на 100 километров на север. Это они двигались сами, без нас. Народным методом. Еще 100, еще. Уже 1000. Уже из Польши на Украину, с Украины в Брянск, потом пошло севернее, потом уже Подмосковье, потом пошло на восток, потом пошло Урал, уже дальше пошло Сибирь. И на Дальний Восток повезли. И чем оно севернее, тем меньше солнца, лето короче. Да разве можно же убелить-то? Побелка не дает нагреться стволу. Ему, мы боимся, что будут солнечные ожоги, или мы разобоены. А мы не боимся, что дерево просто дохнет, а ни одно дерево у меня с морозобоями не погибло. И солнечное же, ни одно, ни единое. Язва получается, она потом ее берет, капсулирует и дальше растет. И 30 лет растет. И уже больше, чем 30 лет растет. А если бы я белил? Да как можно в Сибири, где солнце, то как это самое? Как можно белить, чтобы она солнечные лучи не принимала? С какого-то момента этот плюс, спасаем дерево от морозобоя, становится минусом. Ладно, мы до юга переезжали. На север, там, где нет тепла. Все, друзья, наверное, закончили. Нет, еще не все. Да, наверное, все Да уже. здравствует 1 мая, еще пишется. Не, ну неудобно. Ну, он же уже сказал спасибо. Он сказал спасибо, и что-то пишет. А, вот. Вот, видишь, спасибо. Вот я сейчас добился. То есть нас теперь вместе с, как его фамилия-то, Кихтенко, я знаю пару этих наших российских, кто занимается орехами. Вот. А теперь буду знать Кихтенко, но комментировать не буду. Пусть берет. Спасибо, что я тоже великий. Вот. Все, друзья, наверное, мы закончили. Итак, сухие семена, книги, диски, учебные, лента приводная. Вот. Это все продолжаем продавать. Там, где вы нажмете каталог семян, вот сюда, там узнаете и про все остальное тоже. Так что давайте, действуйте. Вот. И до новых встреч. То есть в следующий понедельник мы снова встречаемся. До свидания. Я останавливаю трансляцию. Так, вроде остановил. А вот.